На базе школы номер 15 имени Казанцева города Каспийска состоялось торжественное открытие муниципального военно-патриотического конкурса «Зорница-2.0». Основная цель проведения данных мероприятий – это вырастить поколение граждан доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся к истории и традициям России, готовых строить светлое будущее для себя и своей страны. Открыла мероприятие приветственная речь заместитель председателя собрания депутатов города Аза Алиева. Вот такие игры, вот такие соревнования, мероприятия поднимут ваш боевой дух, окрепните, и вы будете занимать лучшие места. Вы будущие защитники Родины. Вот такие мероприятия и будут фундаментом к тому, чтобы вы защищали достойно нашу Родину. На данном этапе соревнуются 9 команд младших школьников из разных образовательных учреждений Каспийска. Началось соревнование с переклички. Юные патриоты продемонстрировали свои успехи в строевой подготовке, эстафете и воинских знаниях. Две шеренги становись! Одну шеренгу становись! Отряд на первый, второй, третий раз считайся! Первый! Второй! Третий! Первый! Второй! Третий! Первый! Второй! Третий! Три шеренги становись! Отряд сомкнись! В соревнованиях приняли участие заместитель начальника управления культуры города Каспийска Набий Залов, руководитель боевого братства Мусашейх Салманов, ополченец Насыр Бурчаков и многие другие. Кроме того, важную роль в организации и проведении соревнований оказали представитель местного отделения движения первых Ольга Мусанабиева, директор школы номер 15 Анжела Капланова, вожатые преподаватели физической культуры, а также родители воспитанников от объединения «Родные и любимые» движения первых. Я уверен, что данный труд, который люди делали для вас, будет оправдан, потому что я хочу пожелать для детей, которые сегодня участвуют, в первую очередь эмоции, которые они получат на всю жизнь и будут переносить, потому что здесь создано все в лучших традициях Дагестана, и военно-политическое воспитание, которое требуется для всех наших детей, оно будет здесь передано в рамках тех самых лучших соревнований, которые будут проводиться сегодня. Отметим, что проходят соревнования в трех категориях – младшие, средние и старшие школьники. Стоит подчеркнуть, что по итогам муниципального этапа лучшие в категории средних и старших будут представлять город на республиканском этапе.